Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Тема сегодняшней нашей передачи будет «Возможно ли дрессировка уже взрослых собак?» То есть взрослые собаки считаются где-то с трехлетнего возраста. То есть до трехлетнего возраста еще формируется характер, формируется отношение к этой жизни, формируется взаимопонимание между хозяином и своим питомцам. После трехлетнего возраста уже начинается как бы возраст социальной зрелости, то есть когда собака вступает в свою профессию, которую она приобрела до трехлетнего возраста. Ну, об этом, то есть о стадиях развития возрастного у животных я рассказывал, причем рассказывал неоднократно, не будем на этом останавливаться, пойдем дальше. То есть суть вопроса заключается в чем? Что с щенками, с маленькими, работать гораздо проще. Почему? Потому что они узнают этот мир и по вашим именно правилам начинают действовать. То есть, как себя нужно вести в той или иной ситуации, что хорошо, что плохо, они начинают узнавать именно от вас. Если вы стали владельцем собаки, которую подобрали где-то на улице, у которой взгляд на жизнь уже сформировался, да, то здесь немножко потруднее вам придется. Но все же заниматься собакой можно начинать в любом абсолютно возрасте. Ну, здесь тоже очень много зависит от того, что именно вы хотите сделать из собаки. То есть служебно-розыскную собаку, допустим, уже сделать, естественно, вам будет и то возможно, но немножко потруднее. Вот. Если вы хотите наладить какой-то домашний контакт, то есть чтобы собака жила именно по вашим правилам, то здесь все будет гораздо проще. То есть при многократном повторении, да, мы с вами учили, что вырабатывается условный рефлекс. И здесь, если вы будете терпеливы, настойчивы, именно подводить собаку к тому образу жизни, который ведете вы, то собака уже на уровне рефлекса начнет его воспринимать. Что касается основного курса дрессировки ОКД, то даже его можно начинать абсолютно в любом возрасте. Вот смотрите, мой канал, он позиционирует и пропагандирует достаточно простые способы. Я почему даже не люблю слово дрессировка, потому что мы проводим тренировку со своими собаками, со своими питомцами. То есть в чем заключается суть этой тренировки? В том, что вы без насильственного метода, то есть не механикой абсолютно, то есть вы механически не усаживаете собаку, вы механически не укладываете собаку, а вы именно делаете так, чтобы собака сама захотела именно выполнить то упражнение, которое вы ей предлагаете сделать. То есть здесь вы не дрессируете собаку, а учитесь на моем канале управлять своим животным. Я множество раз показывал вам, как собака, например, научить собаку ходить за вашими руками, то есть манипуляция руками. Если вы будете собаку принуждать, естественно, у нее будет желание сопротивляться вам. Если вы собаку будете мотивировать на то или иное действие, она с удовольствием будет выполнять это действие, то все будет очень просто, даже и в пятилетнем, и в шестилетнем возрасте у животного. Ну, естественно, это все тоже зависит от индивидуальных особенностей собаки. Но если вы выберете правильную мотивацию, то есть если игровую, допустим, мотивацию, если вы пищевую мотивацию, то есть вам нужно подобрать именно то лакомство, за которым будет желание у собаки именно работать с этим лакомством, именно с этим лакомством. То есть тут тоже нужно варьировать. Например, если вы под одно животное там работает сыр, да, там в 80% случаев, то там вот в этих 20 оставшихся может работать, начать хорошо там какая-нибудь сосиска, да, там или копченая колбаса, или морковка, или некоторые за огурец работают собаки. То есть здесь тоже нужно подобрать именно тот момент, когда собака, ей будет охота работать и действовать именно в этом направлении.
что немаловажно, да, то есть если вы будете работать, тоже есть разница с сытой собакой или с голодной собакой. То есть если у вас собака будет правильно промотивирована, то вы, еще раз повторюсь, вам не надо будет работать на механике, то есть чисто механически усаживать собаку, а вы заинтересуете ее игрой или лакомством, да, и тогда собака будет охотно действовать. И опять же, тут нужно правильно работать в каком плане, то есть соблюдая обыкновенные, самые обычные правила тренировок. То есть первое, то есть вы поймали мотивацию у животного, да, вы производите многократные повторения, то есть вырабатываете условный рефлекс. Следующее, то, что вы всегда заканчиваете на правильно выполненной команде. Следующее, вы заканчиваете на пике азарта. То есть, что такое пик азарта? Это когда собака вот в наиболее интенсивном, скажем так, моменте азарта, то есть вы же поощряете ее, то есть главный принцип дрессировки – это животное нужно за хорошее действие нужно поощрять, а плохое, то есть неправильно выполненное, то есть не поощрять, то есть не замечать. Если вы будете работать именно в этом ключе, то есть вот заканчивать на пике азарта, для чего именно на пике азарта? Это очень важный момент. Для того, чтобы собака всегда хотела вернуться в это состояние, чтобы у нее запоминалось то, что вот сейчас вот было так классно, так кайфово, мы с моим хозяином сейчас играли. То есть для нее тренировка, это для вас дрессировка, да, для собаки это игра и тренировка, она, чтобы у нее возникало желание вернуться в это исходное состояние, в котором вы закончили, то есть именно на пике азарта. Если вы будете соблюдать эти правила, то с абсолютно любой собакой, проявляя при этом терпение, с абсолютно любой собакой вы найдете общий язык, общий контакт какой-то. И все у вас будет хорошо, поэтому заниматься можно начинать с любой абсолютно собакой. Ну, все тоже зависит от этих индивидуальных особенностей. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.